Вот сегодня 7 сентября 2019 года, субботу. Решили выкапывать картошку. Обычно мы к 16-му, чтобы закончить. Это престольный праздник Потеряевки. Но сегодня начали, вот показана картошка. Тут неплохая, там похуже, но... Так вот. Надежда Васильевна тут ползает. Итак. О, у нас принято такое во время копки картошки, чтобы был арбуз. Вот. Володя, заботишься. Ты зря я кустика свалил, надо его разровнять, чтобы сыпь не было. Хорошо. Так, всем палатку не принесли. Ну ладно. Я долго дрындил про палатку. Так, матушка, все, вставай. Сказали, кончай. Воткнула лопаточку, да и пошла. Вот у меня опасность представляет Сергей Павлович. Прям как на ножах с ним. В руках вилы со всей силой, а рядом на коленках, на уровне вил ползают. И расстояние полметра. Ну, явно дело, что это страшная беда. Закрылся козырьком-то, сам себя не видишь. Во, ну теперь понятно, молодой, красивый мужчина. В полном рассвете сил. Так, Надежда Васильевна, она бы пришла, как бы кто поднял ее. Иди, так, подними, ну-ка, беги. Подними ее. Да не разговаривай, за руки-то поднимай. Ну вот, видишь как? Будешь жениться, так такую-то не бери. Возьми помоложе маленько. Ты что смеешься надо мной? А вот это домик напротив. Это Нина Васильевна Шадна, родная сестра Надежды Васильевны. Всегда приносила арбуз, когда копаем картошку. А сейчас у нее нет арбуза. Так уже пора собирать, там долго лежит. Картошка-то на солнце. Садись с молчанием. А? Дай отдохнуть языку. Давай. Устрою ему праздник. Так, давайте поближе. Сестры. Все. Благодарим тебя, Господи Боже наш. Прибуди с нами и порадуй нас своим присутствием. Аллилуйя, аминь. А это диакон. Видишь, какой красивый построил. Как общежитие. Все, подходите, просим. Матушка, подходите. Сегодня у нас 6 августа 2019 год. Это поселок Потеряевка. Тут бульдозер до сих пор еще не забрали. Вот. Сегодня вот мы копаем картошку с утра. Я вот сейчас там заложил карасиков маленьких в русскую печь, чтобы сушились. И вот привез сразу дары нашего. То, что Господь нам дал. Это дыньки желтые, и арбузики, и яблочки. И вот сейчас посмотрим, что они тут успели за это время накопать, пока я там дома работал. Вот картошечку уже сколько накопали. Уже рядками разложили, чтобы сохла и быстрее собиралась потом она. Ну, тут работают все. Приехали к нам на помощь дроботы. Нестор, Ефросинья, Инафа. Вон Фося, Инафа здесь, Нестор. Надежда Васильевна здесь. Володя, так не хватает тебя, травку некому вырывать. Да. Ой, я уже устала, что тут берёзка. Сейчас займемся. Сейчас я вас немножко зафиксирую. Помогите. Ваши лица. Скажи, Володя, я вас сразу услышу. Володя, скажите Игнатию, Володя, что как мы сюда пополам разделим, одна половинка, а то вторую. А то, вы знаешь, вот туда-сюда ползает и редками не ходит. А? Скажи. Каждая половина копает, она широкая, сильная. Но он и так там не до конца же копает вроде. До конца? Нет. Да? До конца, да. Сделай так, чтобы попала образовать. Каждый стоит сделать. Сделай, доброе дело. Вот все. Да. Чтобы не сзади, чтобы не летать.
Ну что, березка затянула все, да. Сейчас я присоединюсь убирать траву. У вас быстрее дело пойдет. Ну, картошечка хорошая. В принципе, вот одна из больших. Да. Как вы, матушка, говорите, а сорт этот называется? Это Адретта. Адретта. Угу. Паршивы вроде не встречается, да? Почти нет. Почти нет, да? Но это благодаря вам. Вы мне заменили ее паршиву эту. Да. Спаси Христос вас. Вот. Такая вот картошечка. Пойдем узнаем, что там Игнать Иванович, как робит. Одну половину выкопать, а вторую отыграть. Ну как, Игнать Иванович, работается? Венок перепутал, но лунки видать не надо. Мы ждем тебя, когда ты начнешь, как обычно, вытряхать ботву и выносить ее куда-то дальше туда. Я делаю так, 10 рядков подставляю Сергею. За мной кто-то идет. Я прошу двое, но они остались там. Он до меня доходит один рядок. Я снова 10 бросаю. Ну, я в это время прошел, сколько там, 10. И опять дальше. Мы друг другу не мешаем. У нас хорошо идет. Ну, и там он сбивается иногда в кучу. Я сказал, за мной идти сюда, матушка и Нестор, а они туда все равно. Матушка просит, чтобы поуже участок шли, а то, говорит, долго не ползать надо, не надо туда-сюда. Участок. Мы берем по огороду всегда. По огороду. А что это нам даст? Самообман. Картошка, я говорю, здесь будет хуже. Матушка говорит, лучше. Она хуже. Даже доказывает, по ботве видно. Я не спорю, я говорю, ну и ладно. Там первая, которая идет там, в ограде-то, там же целик, там хорошая. А там каждый год хорошая. Там лучше всегда, чем... А? Я говорю, там всегда лучше картошка. Она спорит, что здесь лучше, ну... Ну, нравится так, и думает так. Как говорят милиционеры, я у них паспорта не брал, эти ребята, которые... Убили милиционера-то. А вначале говорит, ну хоть ты и не брал паспорта у них, ну отдай все же. Ну он отдал. Такое-то тоже. Считаю, что мы вовремя начали. Если мы до 16-го закончим, а сегодня 7-е. Это престольный праздник будет. Это здорово. Ну и один как-то лежу, наблюдаю, чтобы лишние не разговаривали. Размышляешь, молишь. 7-е, да, сегодня. Замечательно. А у кого ничего нет? Я вот вам расскажу маленький рассказ. Отдохните. Пойдем-ка ближе. Сейчас надо отдыхать будет уже. Мы... Послушайте рассказ. Послушайте маленький рассказ. Я в Латвии был. И там картошку нанимали в колхозе. Городские. И говорят... Кто будет работать весь день-то? Мешок картошки. Ну, кажется, все ясно. Ну, люди пришли, кто в большой мешочек, кто... Ну, в общем, первый день, кто как мог, только на голову землю не садитесь. Угу. Ну, второй день, а за ними приезжает грузовая машина. Они из простыни, из разной шили такие кули. Залезут в машину, там держат двое, а эти сыпят 24 ведра. Этот подошел, который, вы что тут делаете? Как, вы же сказали мешок. Да какой это мешок? Это мешок, завязки у него, вот они. Он видит, что это не получается. Надо тогда по-другому что-то сказать. Он говорит, тогда, заранее скажу, что не больше 6 ведер. Ну хорошо. На завтрак вечером подъезжает мужик, у него с собой бак, ручки такие вот. 6 ведер. А в это ведро входит 24 ведра таких. Надо мерить единицы, не мешок, не ведро.
а килограммы. Метрическая мера систем находится в Париже. Что значит сантиметр? Что значит метр? Что значит миля, узел, миля морская, миля сухопутная? 1861 метр, допустим, во как точно. А дюйма, тут другое. Там еще одна есть единица измерения такая. Каждый император меняет. Он должен стоять император, новый император. Здоровый такой, как Клинтон, 2 метра с лишним. Он должен так вот руку поднять. И вот большого пальца, вот этого вот, наверное, большой палец-то, до кончика носа протягивают нитку и меряют, и сообщают. А за ним придет маленький такой, ростом как Путин, тоже руку протянет и тоже до кончика носа измерит. Ярд, кажется, ярд. Вот так. А единица мер такая, грамм, миллиграмм, гектар. А что такое гектар? 100 метров так и 100 вот так. Одна сотка, это 100 метров так и 1 метр. 2 метра. У нас здесь 20 соток. Так, 100 метров и так 20 метров. 20. Ну, Володя еще там в двух местах есть. Так что метра это, ну, 30 соток вполне наберется. Я считаю, у нас идет дело хорошо. Ну, сейчас я посмотрю время. Как время-то? 10. А этот не показывает прибор-то? 10.54. Без 10 на моих. 11. Сколько? Без 10.11. О, нет, еще рано. А мы начали-то уже чуть не в 10 часов. Дальше я говорил, сколько? 9.45, кажется. У нас дело идет нормально. А вот наша территория, смотрите. А вот туалет стоит не наш, прямо на нашей территории. И вот эта вот избушка тоже. А почему так? Как так? На нашей территории. А то Роман построил, а теперь продал, отходит тому. Роман построил правильно. Наша территория заканчивается вот это вот. Клен стоит. Где там наши... Вот, вот этот вот уголок. А вот это внизу, это им. Это мы на чужой территории, а не они. Мы должны всегда по правде говорить, узнавать. А на ту сторону они отмерили, а я подозвал, а будто бы это Веня хочет строиться здесь. Я показал, туда еще 2 метра, и там и мерки есть, которые мы с Романом мерили. То есть, получается, и мы с той стороны тоже захватили. Ну, мы не пользуемся, но они должны знать это. Вот это место очень ценное для разведения винограда. Но у нас некому заниматься. Взяли бы матушку, освободили от всех работ. Но она бы с Алексеем Тосиськовым, Алексеем Михайловичем-то навела бы тут. Давай, я показал, где идти. Вот, сюда поворачивай. Вот дорожка рядом. О, пошла. Давай, иди сюда, и бесполезно. Прислушивается любой человек, кроме жены. То есть это уже на ее совести. Я сказал, иди сюда, она туда. Ну, что это так? Это означает, не ходит под рукой. Так, Сергей Павлович, я тебя отдал где-то, пасть ничего не пропускает. Я пошел вон дальше иду, а когда меня он дойдет, я пошел дальше. Они сейчас с Романовой, которые усадьбу-то взяли у нее, а он там брусья привез, вот они построили там будто бы для скотины. Смотри, какой отличный сарай. Да. Можно подумать, это общежитие для людей. Ну, гляди, как красиво, какие окна. Коровник у них, да? Ну, коровник. Замечательный. Женя, он любит красиво, и дом как обделал. Это мы должны заметить и сказать. Надежда Васильевна вышла на улицу и пошла к Нине, вон на ту сторону, вон куда пошла, чтобы ее не слышно было. Я в туалет пошла, говорит, ложитесь пока вас ветром не сдуло. Сейчас мы горошницу едим, так что с нами осторожнее надо быть. Она много газу дает. Ну все, однако. Все, однако. Это, не забыл порядок такой? Да. Таких у меня нету. Палатку пойдешь, когда занеси сюда. Вот сейчас мы дойдем, сколько там, время будет 12, допустим. А сейчас обед. Сейчас 11-то нету. Нету еще? Нету. И мы всегда здесь на поле едим арбуз. Нож у меня в этом лежит. Я принес нож тоже. Ну, там лежит.
Ну вот и поедем. Ну еще Ване бы не легче было здесь. Представь, какое солнце, какой простор. Картошечка, лег. Болезнь какая? Я простыл. Простыл — это состояние погоды, а не твое. Болезнь — это означает, Христу шли люди, не могли вылечить врачи. А это никакого лекарства нет. Прогрелся, горячего с медом, с вареньем малиновым напился, ну и под тулуп ложись спать. И все. А утром встал, еще и нету. Это не болезнь, это хитрость, лукавство, леность. Хотя Ваня любит работать. Вот что удивительно, никак не ожидал. Ты же знаешь, он у меня работал, как заработок какой у него был. Я сказала ему, чтобы он оставался дома. Что она говорит? Я сказала Ивану, чтобы он оставался дома. А, вот так. Он тяжело переносит, и мы с Иваном Юрьевичем... Ну, понятно. Раз ты болящий, ты мерку и здоровье измеряешь своим. Если кто выше тебя, человек, ненормально. Если ниже тебя, то больной. Норма только ты. Она Ване сказала. Да Ваня бы сказала, я не болею, сестренка. Что я буду сидеть? Вы пойдете там, там люди бьются. Мы не просыхаем тут поту, работаем. Представь, Володя с матушкой засадили сколько. Так не одни же они едят. У кого вообще нет, каждый год всех снабжают. Бесплатно. Я говорю, тут один год у нас 1400 ведер собрали. Не здесь у нас было столько. И 300 литров варенья. Лагерное. Вот как работает. Дядь Володя, быстрее! Ну все. Ты пойдешь, когда Володя арбуз захватишь, аппарат с арбузом. В одном месте где-то разобрать, текучку сделать. Вот здесь вот. Слава Богу за все. Ближайший